Вот корешок штраф вообще. А вас своя манна. Салдың штрафта. Незаконно торгующие на улицах Сайрама жители не стали препятствовать проверяющим и доказывать правомощность своих действий. И сразу же признались в административном нарушении торговли в неустановленных местах. И незамедлительно стали собирать свой товар. Мы попросили 1 час на то, чтобы собрать свои вещи. Сейчас приедет машина. Невозможно представить жителей Сайрама без торговли. Издревле район славится прекрасными фруктами и овощами, а урожай, выращенный собственными руками, дихкане выставляют на продажу. Вот только нередко с нарушениями законов. Для таких администрация припасла административные протоколы с перечнем нарушений и мерами воздействия. С начала года было выписано штрафов на сумму 1 200 000 тенге. По следующим статья 242 незаконная торговля и 505 незаконная вывеска рекламы. За половину дня в ходе рейдового мероприятия удалось выявить свыше 20 правонарушителей. На всех были заполнены административные правонарушения и выписаны штрафы в размере 5 МРП. Следующее мероприятие на выявление незаконных торговцев пройдет в Тассае.